4 июня в 10:55 поступила информация о падении двух деревьев на федеральную трассу в районе Аквалао. Спасатели распилили и убрали деревья с проезжей части. Движение автомобилей было восстановлено. Вечером этого же дня спасатели выезжали для оказания помощи человеку, который находился на острове в русле реки Псезуапсе. Из-за поднявшейся воды 59-летний житель Ярославской области не смог самостоятельно выбраться на берег. Используя альпинистское снаряжение, сотрудники МЧС эвакуировали мужчину на берег. После спасатели выехали в Лазаревское. Были обследованы все дома. Жители от эвакуации отказались. Медицинская помощь не потребовалась. В результате схода сели. Были перекрыты дороги к поселкам Татьяновка, Алексеевка и Марьино. Спасатели эвакуировали в безопасное место 48 человек, из них 8 детей. В районе поселка Солоники были установлены световые башни. Они были необходимы в связи с повреждением моста и проведением восстановительных работ. 5 июня в 3:30 в Кепше река вышла из берегов, и в связи с подтоплением поселка требовалась эвакуация жителей. Спасатели эвакуировали двух молодых женщин. На протяжении всего дня бортом вертолета К-32 спасатели эвакуировали людей из подтопленных населенных пунктов в поселке Лазаревское. Там людей встречали родные и близкие. Всего из зоны подтопления силами спасателей МЧС эвакуирован 121 человек, из них 48 детей.